Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции. На 24 ноября официально зарегистрированы 126 953 случая COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки составил 1471 человек. Всего выздоровели и выписаны 105 835 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1112 пациентов. На данный момент проведено более 3 100 000 тестов. Напомним, сделать забор биологического материала на выявление коронавирусной инфекции сегодня могут в любой поликлинике по направлению врача. Однако только 5 лабораторий Гродненской области занимаются непосредственным проведением ПЦР-исследований. Островецкая районная больница, Лидская центральная районная больница. В Гродно это областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, инфекционная больница и кожвен-диспансер. Например, в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья делают около 1000 тестов в день и еще около сотни платных исследований для желающих выехать за границу. Это возможно благодаря новому оборудованию – автоматизированной станции, которая сократила процедуру с 4 до 1 часа. В случае роста количества заразившихся, ПЦР-исследование начнет проводить и лаборатория Гродненского медицинского университета.